армянские военнослужащие попали в окружение на границе с Лачином? Минобороны Азербайджана опровергает эксклюзив. Армянские СМИ распространили информацию о попавших в окружение армянских военнослужащих, стоящих на боевых позициях недалеко от Гориса, вблизи села Хнацах, на границе с Лачинским районом Азербайджана. По информации армянской газеты «Грапарак», армянские солдаты окружены азербайджанскими военными. Армянские журналисты бьют в набат. Азербайджанские войска в любое время могут занять боевой пост. Хаксин. Эйзи обратился за комментарием в пресс-службу Министерства обороны Азербайджана. Распространенная армянской стороной информация о том, что позиции вооруженных сил Армении в селе Хнацах Горисского района на границе с Лачинским районом Азербайджана окружены военнослужащими азербайджанской армии и армянские солдаты могут потерять свой пост в любой момент безосновательно. Это преувеличенная и искаженная новость, сказали в пресс-службе. Минобороны Азербайджана заявляет, подразделения азербайджанской армии находятся на позициях в приграничной с Горисским районом Армении территории Лачинского района и осуществляют повседневную службу на суверенных территориях Азербайджана. И это не представляет никакой угрозы. Минобороны Азербайджана рекомендует кругам, распространяющим в Армении подобного рода сообщения, не создавать беспочвенную панику, не вводить в заблуждение армянскую общественность и навсегда смириться с реальной действительностью. Воинской службой азербайджанской армии на госгранице двух стран, вдоль освобожденных от оккупации Зангеланского, Губадлинского, Лачинского и Кельбаджирского районов Азербайджана.